Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и это пятница 13-е. Киллер Пазл. Ну что ж, сыграем? Их предупреждали, теперь пусть пеняют на себя. Воспоминания об озере. Следующая жертва — Зэк. Заточение. Это, короче, миссия у нас. Ну что ж, давайте играть. Классический Джейсон. Особо опасный Джейсон. Ледяной Джейсон. Зомби Джейсон. Утопленник Джейсон. Весельчак Джейсон. Каратель Джейсон. Новый Джейсон. Это из фильма, кстати, Джейсон 2000 чё-то, по-моему. Ну что ж, давайте обычным Джейсоном попробуем поиграть. 13 июля 1984 года. 20 лет назад в Хрустальном озере утонул мальчик, пока вожатые занимались своими делами, сексом, короче. Но потом всех их убили, одного за другим. Кровавая резня на Хрустальном озере в пятницу 13 числа. Их убила мама того мальчика, Памела. Смерть маньяка от руки последнего выжившего Памела Вурхис. Чтобы остановить ее вожатым, пришлось отрубить ей голову. Ее сын Джейсон до сих пор... Стоп, а разве... Да, разве этот мальчик не утонул? Стоп, возможно, я... сколько крови вы хотите видеть? Так, по-моему, надо нажимать R. Да. Мясорубка на Хрустальном озере. Итак, мы появляемся. Джейсон, солнышко, ты должен отомстить за меня. Быстро проведи пальцем по экрану, чтобы двигаться и атаковать. Вот так сегодня будет у нас звуковое сопровождение. Итак, куда же нам двигаться-то? Все, последняя девчонка. Итак, фаталити. Упс, промах. What the fuck? Кровожадность уровень 1. Че, я не прошел, что ли? Уровень 2. Какие мерзкие туристы, пойди туда и покарай их, Джейсон. Да, мам. Так, короче, нам нужно как-то вот... выгребать. Давай. Сейчас главное мне не оплошать. А, понятно. Последняя резня. Так. Ну, здесь, в принципе, пока все просто. Отлично. Убийство. Да, это жестоко на самом деле. И ни в коем случае не повторяйте это в реальной жизни. Это всего лишь игра, и к этому не нужно относиться... слишком серьезно, блин. Покарай их за то, что они с тобой сделали, Джейсон. За то, что они сделали со мной. Килим за маму. Так, ну, здесь... А, понятненько. Ну, давай сюда сначала вот этого завалим. Так, я предлагаю немножечко сделать по-другому. Так, значит, да? А как же я тогда сейчас доберусь до туда? А, все понятно, вот так мы, наверное, сделаем. Вот, отличненько. И вот этого завалим. Здесь нужно, короче, правильно выбирать траекторию. Так, сейчас здесь опять у нас... Опа! Красиво, красиво. Замечательно. У него хорошо получается. Итак, кровожадность у нас пока первого уровня, то есть это мы прокачиваем своего Вурхиса. Ха-ха, блин, как мне этот звук нравится. Почему они от тебя убегают? Ты у меня особенный, и сегодня твой день рождения. Да, мам. Так, ну тут все, в принципе, понятненько. Ага, ты еще и бегать можешь, да? Пока все простенько. Последняя девочка. Опа. Замечательно. Самая жестокая игра, ссылки есть в описании. У меня что-то даже на почту пришло, возможно, какой-нибудь разработчик написал, я надеюсь, по крайней мере, и хочет предложить свою игру. Ну ладно, запомни, Джейсон, если нужна будет помощь, сразу же проси у меня подсказку. Ага.
То есть, если вдруг я здесь вот сейчас вот не смогу, да, мама? Ага. Нет, я, по-моему, все смогу. Я же умный мальчик. Да, конечно, все сделано мультяшно и ни в коем случае не должно особо походить на реалистичность вот этих всех ужасных кровожадностей. И так, отлично. Все, я, по-моему, вникаю в эту игру. Не, на самом деле жестоко очень. Чтобы увеличить ярость и получить бонус кровожадности, посмотрите рекламу. Конечно, это можно сделать, но, пожалуй, в этот раз Джейсон скажет маме нет. Враги в панике. Пока все, конечно же, просто. Я уверен, что дальше будут карты больше и сложнее. Траекторию будет выбирать. Видишь, как они боятся вида крови? Убей их. Джейсон, за маму. За мадафака. Так, ладно. Я предполагаю, что мне нужно... Ага, вот так вот, да? Ну, понятно, ладно, это мы одного завалили. Вторую. Ну и тебя. Все так просто, блин. Прям неинтересно, я не знаю. Я сейчас уже все уровни пройду. Надеюсь, дальше будет сложнее, и как-то башкой надо будет побольше думать и выбирать правильную траекторию. Так, рич ранг. О, обожаю открывать какие-нибудь сундуки, ящики и прочее. А, по нему надо несколько раз тапать. Дубинка, бронзовый класс. Добавить в экипировку. Давайте попробуем дубиночкой вальнуть кого-нибудь. Чистильщик уровень 7. Мерзкие никчемные туристы, как они смеют обижать моего золотого мальчика. Вы извините меня, я так дурач иногда. Так. Что-то я тут неправильно, по-моему, делаю, да? А, нет, все правильно. Вот так вот, вот так. Ты от меня просто так не уйдешь, засранец. О! Нет! Забавно. О, серьезно? Ты тупой битой ему фейс проткнул. Жестко. А-а-а, черт, промах, нет, она выжила. Моя кровожадность на минималочке. Так, что-то слишком просто прям. Не балуйся возле озера, Джейсон, ты не очень хорошо плаваешь. О, теперь у нас тут преграда появились. Так. И что мне делать, если я сейчас налево, направо пойду? Тут вариантов вообще нет. Ну, допустим, направо. Все, я утонул. Давай заново. Так. Блин. Мне надо было, наверное, с самого начала. Давайте все-таки с самого начала начнем. Чтобы вот все реально аккуратненько, может быть, выглядело. Вот так надо было сделать, короче. Теперь мы можем вот так, вот так, вот так, вот так и вот так вот. Отлично. Ну все, чувак. Сыграли мы с тобой в бейсбол. Так, отлично, дитя подвалов. Так, здесь у нас вроде ничего такого нету. Я тебе говорила, насколько ты особенный, Джейсон. Ты очень особенный. Без проблем, мама. Да, я знаю, это было страшно. Упс. 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 И теперь что мне делать? Короче, я предполагаю, что надо было не так все проходить. Вот так вот, вот так, вот так. Хм-хм-хм. Блин. Как я этого чувака завалю? Ну ладно, давай еще разочек. Блин, и все здесь туда-сюда, туда-сюда. Надо, короче, как-то вот этого перца завалить. А как? Я не совсем догоняю.
Давайте, сейчас все заново. Давай ты мне подсказку сможешь сделать? А кто это у нас тут любит нападать из-под тишка? Если они тебя не увидят, то и убежать не смогут. Так. Что же делать? Что-то я пока догнать не могу. Одну-то я могу убить. Но мне не нужна одна. И все, и в этом я прям... Где подсказка-то? Сынок, тебе нужно оружие посмертоноснее. Перетащи 3 ненужных орудия в обменные ячейки. Какие у меня тут, блин, орудий-то особо и нету. Кулак да мачете. Понятно. Ладно, назад. Так, предлагаю заново все перемотать, восстановимся. Вот так у нас, короче, все было. Предлагаю как-то, может быть, вот так сделать. Во! Все понятно. Короче, я затупил в самом начале, поэтому у меня и не получалось. Это я ему сейчас бейсбольной битой просто голову отрезал. Это, конечно, жестко. Снова сыграли в бейсбол, кровожадность у нас поднялась. То есть, помимо нашего любимого мачете, здесь есть и другие штучки, которыми можно ликвидировать. Так, ты можешь загнать туристов в огонь, Джейсон. Накажи их за то, что они сделали. Окей. Давайте попробуем загнать их в огонь. Я так предполагаю, мне нужно вот как-то вот так вот все это делать. Он увидел, он сгорел. Теперь мы пошли сюда. Сюда. Так, вот, теперь сюда. И еще один сгорел. Последний мальчик. А я тоже могу сгореть, да? Упс. Окей, давай еще разочек. Обойдем все аккуратненько. Ну, чувак, здравствуй. Замечательно. Как же это жестоко. Ну, я думаю, у нас сейчас какой там уровень? 11. Давайте все-таки все 13 пройдем. Мне интересно будет, что дальше. Аккуратнее, Джейсон. Если ничего не получается, жми кнопку перемотка, чтобы начать сначала. Окей, этим я уже, кстати, научился пользоваться. Так, давай, чувак. Все, сгорел замечательно. Последний мальчик. Ага. Короче, мне что-то надо было в самом начале делать не так. Давай-ка вернем этого чувака. Ага, все понятно. Так. Все, отлично. Я при этом... Бляха-моха! Еще разочек. Немножко не так я сделал, короче. Вот теперь все можно. Finish him. Замечательно. Пока все волшебно получается. Да, жестоко. Чтобы увеличить ярость, получить бонус кровожадности, посмотрите рекламу. Но не, спасибо. Дорогуша, без туловища. 12 уровень. Я думаю, дальше будет сложнее. Во! Не забывай менять оружие, солнышко. В нижнем углу есть специальный значок. Окей, давай поменяем. Возьмем мачете. Назад. Так. Вот так вот. Она убежала, утонула. Замечательно. Теперь мы вот эту сейчас порубим. И другая утонула. Все пока прям вообще по накатанной идет. Оба, замечательно. Блин, как же все это жестоко. Кто, кстати, соскучился по хоррорам, отпишите в комментариях. У меня есть, по-моему, хоррор-игрушка какая-то, причем платная. Я ее купил по акции, то ли за 15, то ли за 75 рублей. Отпишите в комментариях, хотите ли вы
видео на хоррор. Буду ждать. Ну, а мы добавим в экипировочку и последний уровень возмездия. Это последняя жертва, Джейсон. Настал час расплаты. Так, ну давай попробуем утонуть. Нет, не туда, короче, я пошел немножко. Предлагаю, что мне нужно... Нет. Разве? Туда-назад, если я упаду, блин. Снова нет. Так, давай-ка обратно-обратно. Так, куда же нам идти? Давай-ка мне подсказочку, дорогуша. Мама велит утопить этого мерзкого туриста. Напади на него сзади, Джейсон. Окей. А как мне напасть на него сзади? Блин, я не могу здесь ничего разрушить. Это жалко, конечно. Все, я утонул. Давай заново перемотаем. Так, как же нам двигаться? А, все понятно. Вот так вот надо было. Или нет? О, все. Вот так вот. И он плывет. Смотрите, мультфильм прям. А? А? Я вроде бы уплыл. Ага. Никого нет? Он думает, что он спасся. И тут... И тут... Что же будет? Опа, гарпун. Прямо в башню. Короче, в конце каждого последнего уровня будет подобный мультфильм. Конечно же, нас не оставят без рекламы. Воспоминания об озере у нас пройдено. Заточение. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Конечно же, открыт у нас особо опасный Джейсон. Прикольно, давайте посмотрим, что у нас тут. Джейсон Вурхис признан виновным. Убийцы будут судить. Серьезно? Вы его заточили в тюрьму? Да ладно. Он восстал из мертвых. Серьезно? Опа, и нет его. Преграда, первый уровень. Итак. Пора устроить побег, Джейсон. Не дай охране помешать тебе. Так, так. Опа. Завалили. И тебя мы завалим. Ну понятно, здесь пока не все так сложно. Вау. Прям комбо какое-то. Раньше он только голову отрезал. Итак. Вторая миссия. Ага, они должны были тебя оправдать, Джейсон. Это была самооборона. Ага, самооборона. Вы видели, сколько он людей завалил? Так, что нам здесь надо делать-то? Ну давай пройдем так. Допустим. Так. Так. Убили? Серьезно? Джейсона убил какой-то коп? Вы угораете, что ли? А, можно, короче, заново прям начать. Угу, понятно, ладно. Короче, нужно сначала нам начать с вот этих копов. Раз одного завалили. Ага, так. Нет, что-то я делаю не так. О, все понятно, вот так вот. На! Последний зэк. То есть нам копов, в принципе, не обязательно валить. Отлично, замечательно. Как красиво он насадился. Уровень 3 кровожадности. Ну что ж, я предлагаю на этом закончить. Ссылку вы на данную игру найдете в описании, кому интересно дальше проходить. А с вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока.